Понятное дело, что команда из Кару Бадахкента без каких-либо игроков Бекинеза, мне кажется, на сегодняшний день невозможно. А здесь Намаханова забивать надо, удар! Добивание будет! Ширванига Джимагомедов классно очень отработал. И теперь уже Кейна бежит в свою атаку. Это Ахмед Магомедов, передача Азиев! Умар Азиев! 1-0! Теперь вы поняли, почему за него шла вот такая борьба. Война просто между командами. А вот поэтому. Был момент у Маханова, буквально вот только что. Еще одна передача проходит. У Маханов будет сам решать. Передача на пустые. И как мяч не заходит. На линии буквально-таки Гаджи Магомедов останавливает мяч. Да, уже казалось, некому было. Ой-ой-ой, аккуратно, аккуратно нужно действовать. Нагиев в подкате сейчас действовал, но по мячу не попал, попал по ноге защитнику и завершается эта атака ударом в перекладе своего и совместно с Шахвеледовым они сейчас осуществляют здесь контроль на своей половине. На Али Рашидова пошла передача. Азиев сразу бьет, ой, опасно как. Слева, да, и мяч скакнул прямо перед голкипером, перед Дайгумовым. Классно здесь сыграно в отборе. Муртазалиев развернулся, удар по воротам, отражая Дайгумов. Будет ли добивание? Быстрее нужно, быстрее распоряжаться мячами. Здесь слишком долго разворачивался, выносил мяч. Удары 2-0. Удары 2-0. Очень сильно под перекладину Мухаммад Хазамов. Не добрался до этого мяча сейчас. Добивание. Быстрее нужно, быстрее распоряжаться. Невысокого роста. Отвечающие за различные области. Различные отделы, скажем так, да. Вот сейчас эпизод, надо забивать удар. И в штангу попадает. Гамидов Магомед Мух. Можно было, наверное, уже бить Бомбею по воротам. Очередной раз они затянули с этим самым ударом по воротам. У Маханов есть удар. И это было по-настоящему опасно. Выдохнул сейчас. Тогда станет все понятно относительно победителя этой встречи. Удар по воротам. Ой-ой-ой, рядышком со штангой. Не получилось. Забыл. И также хочу еще отметить, что приехали болельщики поболеть за Бомбей. Да, и это, конечно же, радует всех нас. Азиев. Дальний удар 3-0. Умар Азиев. Очень сильно. Поздравляем эту команду с победой 3-0 и благодарим. Благодарим команду Бомбей за эту игру. Хороший старт, хорошее начало, если говорить об игре, но, конечно, результат.